90-х годах этот город был разрушен практически до основания. Но теперь он расцветает с каждым днем. Строительство идет повсюду. На чистых до блеска улицах возводятся изумительные по красоте сооружения. Мы в столице Чеченской Республики, городе Грозном. Один за другим в городе появились Русский драматический театр имени Лермонтова, стадион «Ахмат-арена», Аллея Славы с самой большой копией Знамени Победы и музеем Ахмата Кадырова, возрожденный храм Михаила Архангела. В городе открыт деловой центр «Грозный Сити», состоящий из 7 высотных зданий. Одно из них, в 42 этажа, с двух сторон украшают огромные часы, уступающие по диаметру лишь гигантским часам в Мекке. Неповторимую индивидуальность городу придают мечети. Мечеть имени султана Делимханова. Мечеть Алхан-Юрт. И главная достопримечательность города, крупнейшая в Европе и одна из крупнейших в мире, мечеть Сердца Чечни имени Ахмата Кадырова. Мечеть площадью 5000 квадратных метров расписана мастерами из Турции и декорирована белым мрамором. Бросаются в глаза 36 люстр, изготовленных из кристаллов Сваровски. Своими формами они напоминают три святыни ислама. А по периметру главного купола золотой вязью написано 99 имен Аллаха. Пятница у мусульман считается священным днем. В мечеть стекаются многочисленные верующие, наполняя это место незабываемой энергетикой.